Лауреат государственной премии и премии Ленинского комсомола, народный артист РСФСР Николай Губенко. Добрый вечер, с праздником. Я хочу обратить ваше внимание на мнение о Владимире Ильиче Ленине, выдающегося французского писателя Романа Ролана, который в 1924 году писал. Кстати, он был лауреат Нобелевской премии с формулировкой «За сочувствие и стремление и любовь к истине». Вот что он писал в 1924 году. «Я не разделял идеи Ленина и русского большевизма, но я горячо восторгаюсь личностью Ленина. Я не знаю более могучей индивидуальности в современной Европе. Никогда еще после Наполеона европейская история не знала такой стальной воли. Никогда еще европейские религии не знали апостола столь несокрушимой веры. И главное, никогда еще человеческая деятельность не выдвигала вождя, учителя людей, столь чуждого каких-либо личных интересов. Его духовный облик еще при жизни запечатлелся в сердцах людей и останется нетленным в веках». Революции – тяжелые вещи. Один не подымешь, согнется нога. Но Ленин меж равными был первейший по силе воли, ума рычагам. Мысли смешались, голову мнут, кровь в виски клокочет в вене. Вчера в 6:50 скончался товарищ Ленин. Вовек такого бесценного груза еще не несли океаны наши, как гроб этот красный к Дому Союзов, плывущий на спинах рыданий и маршей. В 17-м было в очередь дочери, за хлебом не вышлешь, завтра съем. Но в эту холодную, страшную очередь с детьми, с больными стали все. Вся Москва, промерзшая земля, дрожит от гуда. Над кострами обмороженные с ночи. Что он сделал? Кто он? И откуда? Почему ему такая почесть? Но тверды шаги Дзержинского у гроба. Нынче бы могла с постов сойти чека. Сквозь миллионы глаз и у меня сквозь оба лишь сосульки слез, примерзшие к щекам.